Асламбек Батаев рассказывал, что вашей пары выявляется претендент следующий на титул. Во-первых, хочется сейчас спросить по поводу титульного боя Багов против Мурата Абдуллаева. Кого ты видишь победителем в этом бою? А во-вторых, с кем бы хотел больше бы из них подраться? Всем привет! И перед началом этого видео хочу сказать благодарность нашим друзьям из Gorilla Energy, которые помогли нам приехать на турнир ACA 107 в Сочи. Именно благодаря Gorilla Energy мы попали сюда на закрытый турнир. Спасибо им огромное, они в такое тяжелое и непростое время для всей индустрии единоборств поддерживают ММА и Вестник ММА в частности. А еще что важно, Gorilla отлично утоляет жажду и дает энергию. Единогласным решением судей победу одержал Абубакар. Справа от меня стоит Абубакар Вагаев, который только что одержал победу над Гаджимуратом Хирмагомедовым. Абубакар, поздравляю тебя с победой. Спасибо. Расскажи, какие эмоции, о чем думаешь после победы? Алхамдулилла. Я очень рад, что я выиграл этот бой. Соперник был очень достойным, сильным. Я много готовился, очень хорошо готовился к этому бою, алхамдулилла, что выиграл этот бой. В этом бою Гаджимурат не смог сделать вес. Как ты к этому отнесся? И были какие-то, с твоей стороны, бывают бойцы говорят, что типа я не согласен с тем, что боец выходит выше своего весовой, или ты сразу это принял и сказал, хорошо, пусть будет? Даже я не думал об этом вообще. Организаторы сами решили. Мне без разницы было. Такое бывает. Я тоже тяжело гоняю вес, и все бойцы высокогонки, если человек сам не гонял вес, этого не поймет. Это очень тяжело. Выйти, драться, да, это вообще не проблема. Для меня самый легкий – это вот день боя, вот тогда выйти и драться. А до этого, как мы готовимся, как мы веса гоняем, это очень тяжело. Поэтому я даже на это внимание не обратил. Вот так вот. В одном из интервью Асламбек Батаев рассказывал, что вашей пары выявляется претендент следующий на титул. Во-первых, хочется сейчас спросить по поводу титульного боя Багов против Мурата Абдуллаева. Кого ты видишь победителем в этом бою? А во-вторых, с кем бы хотел больше бы из них подраться? Конечно, мне обещали за титул после этого боя. В сентябре говорят Абдуллаев против Багу. Конечно, я очень хочу драться за пояс с победителем их пары. Очень хороший боец, один очень опасный ударник, другой очень сильный борец, но грэпплер. Конечно, я хочу Абдуллаева выиграл и с ним реваншировать. А так оба бойца очень достойные. Мне и с Багом, и с Абдуллаевым очень интересно показать себя, посмотреть. А если выделять все-таки фаворита, можешь сказать, кто тут? В этом бою нет, я не могу. 50 на 50. Если Абдуллаев сможет... Не знаю, стойкий попасть, Абдулла может вырубить. Он очень быстрый и жесткий. Один раз я тоже получил от него, так скажем. А другой очень хороший борец, если Багу сможет ему навязать свою борьбу, Багу тоже может выиграть. Так что 50 на 50. А есть ли какое-то понимание, когда сможет случиться титульный бой, в котором ты будешь участвовать? В смысле в дате, если их бой пройдет хорошо, без травм, когда Лига ICA тебе обещала титульный бой? Когда они сказали? Если без травм закончить, я думаю, в конце года. Но не знаю, я готов. Расскажи, как ты будешь праздновать победу и какие у тебя планы на сегодняшний день, может быть, на ближайшую неделю? Нет никаких планов. Поеду домой, пару дней, может, с семьей побуду и сразу на тренировку. Алхамдулилла, закончился бой без травм, без травм, без особой нагрузки. Так что, иншалла, через пару дней я сразу начну тренировки и побуду с семьей. Что же, Абубакар, поздравляю тебя с победой. Спасибо. Очень крутой бой показали. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Абубакар МБС внизу, подписывайтесь на инстаграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.